первенство и чемпионат по мотокроссу прошли в минувшие выходные на окраине нового города. На восстановленной трассе «Механика» в Петровом овраге собрались самые рисковые байкеры со всей страны. 80 спортсменов показали мастерство владения байком в по-настоящему захватывающих соревнованиях. 2 километра трассы шириной 8 метров с неожиданными поворотами и подъемами рассчитаны как для профессионалов, так и для новичков. Однако участники признаются, одолеть эту трассу препятствий не так уж и просто. Ну, потому что она очень скоростная. Ну и, во-первых, длинная, прыжки большие. Трасса ждала своего часа более 10 лет. Чемпионат России проводился на ней в 2007 году, после чего следовало забвение и статус местной заброшенки с мусором и бурьяном. В этом году спортобъект возродили. Инициатором выступили участники байкерского клуба «Ночные волки». Их поддержало региональное правительство. Да, очень серьезная работа. Низ был полностью заросшим. Кустарники, мусор очень много. Еще не до конца очистили этот мусор, но уже к этому идет, чтобы до конца освободить. Есть куда стремиться. Петров овраг необходимо обустраивать и дальше. На соревнования приехал Сергей Морозов, чтобы обсудить со спортсменами и чиновниками вопросы дальнейшего развития. Глава региона цели обозначил. Должно быть возрасти количество спортивных мероприятий, причем круглогодичных. Второе. Необходимо насытить этот конструктор-парк культурными мероприятиями. В-третьих, необходимо, чтобы и региональные, и муниципальные бюджеты стали активными участниками и поддерживали байкерский клуб. Ну и вообще в целом, все это огромное, очень важное движение. В дальнейшем жизнь Петрова оврага будет наполнена не только брутальным ревом мотоциклов. На его территории планируется проведение лыжных соревнований, зорницы и культурных мероприятий. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Ул-Правда ТВ.